Здравствуй, Лиз. Сумерки дождем осыпаются. Переулочки Москвы разбегаются, как волна по реке, как слеза по щеке. По судьбе тороплюсь налегке. На пороге любви сочиняю тебя в ожидании. Все дороги твои сокращают ко мне расстояние. Я стою на пороге любви. Тебе? Ты же любишь розы. Спасибо. Они очень красивые. Такие же, как и ты. Ой, что ты. Ты что? Я... Я ужасно выгляжу. Ну, что ты говоришь, а? Лариса, что ты говоришь? Может, тебе что-то надо, а? Фрукты, соки. Ты скажи, я все привезу. Нет, Эдик, спасибо. Ничего не надо. Ты на комбинат? Да, начальство снова прислало. Ну и как там дела? Скоро откроют? Ну, оборудование уже привезли. Как установим, так и открываем. Ясно. А Дашка как в Москве? Нормально. Все хорошо. Передавала тебе привет. Ларис, я так рад тебя видеть. Я тоже. А ты надолго? Ну, вообще, до открытия комбината я буду здесь. Задержусь. А ты, Ларис, надолго здесь? Нет. Скоро выпустят. У тебя все в порядке, Ларис? Может, какое-то лекарство привезти? Мне из Москвы быстро пришлют. Нет, Эдик. Ничего не надо. Спасибо. Ну, ты знай, Ларис, я все для тебя сделаю. Давай рассказывай, что тут у вас происходило, пока меня не было. Ну, про покушение ты знаешь. Да, знаю. Да, намучились мы тут. Кошмар. На самом деле страшно, конечно, вспомнить. Была еще история с отравленными пирожными. До сих пор следствие не может понять, кто за этим стоит. Плюс пытались отравить меня газом. Весело живем. Володь. Прости меня, сестренка, что я впутал тебя во все это. Да нет, пап, если бы не Даша, тут вообще еще хуже было бы. Вот именно, надо верить только родным и близким людям. Ладно, ну а что там по поводу Малашенко? Знаешь, Володь, а вот с ним ты ошибся. Ко мне приходил человек. Он сказал, что именно Малашенко стоит за всей этой историей с производством дороховского наркотика. Нет, этого не может быть. Да-да-да. Ну, Валуй, так получилось. Люди меняются. Он мне показал документы, сомнений быть не может. Ну, документы они сами могут сделать. Нет, нет. Андрей не мог. Да. Хорошенькие у вас дела тут творятся. Ты знаешь, я когда перед отпуском, когда мне казалось, что меня окружают одни враги, я думал, что просто это от усталости, я надо отдохнуть. Но, к сожалению, все подтвердилось. Как это
не печально осознавать, но Дорохов оказался настоящим мерзавцем. Да. Пап, ну не расстраивайся. Ну, в конце концов, у тебя есть я и Даша. Ну, теперь нас голыми руками не возьмут. Нет. Не дождутся они. Оскар, но ведь мы же договаривались, что сначала вы покупаете рецептуру. А я денег до сих пор еще не видел. Так дела не делаются. Юрий Васильевич, я вас прекрасно понимаю. Но и вы поверьте мне, что наш заказчик очень уважаемый Виталий человек. Он не станет бросаться словами. Чезаре хочет увидеть пробную партию товара. За воздух он денег платить не станет. И сколько это пробная партия? Вы хотя бы понимаете, что я буду делать ее в домашних условиях? Мы все прекрасно понимаем. Поэтому и просим минимальное количество таблеток. 50. Это реально изготовить и дома. За те деньги, которые мы вам заплатим. Надеюсь, что заплатите. Шутить со мной не советую. Кому мне передать препарат? С вами свяжутся наши люди. И все-таки насчет денег. Хотелось бы получить какой-нибудь аванс, в смысле гарантий. Ведь вы же бизнесмен, Оскар, вы меня понимаете? Хорошо. Хорошо. Минимальный аванс вы получите. Это же не подарок. Маленькая услуга, маленькие деньги, господин Дорохов. Вот когда товар встанет на конвейер, тогда будут и большие деньги. А пока заказчик должен убедиться, что препарат стоит того, чтобы вкладывать в него. Может, мне стоит самому поговорить с господином Чезаре? Я так не думаю. Итак, мы даем вам пару дней на изготовление пробной партии. За пару дней я смогу сделать 20 грамм, не больше. Нет, этого будет мало. Сделайте хотя бы 40. 30. И это с учетом того, что я буду работать по ночам. Договорились. Ваша ночная работа окупится, Юрий Васильевич. До свидания. До свидания, Оскар. Прохвост итальянский. Ларис, я все понимаю. Извини, что не вовремя. У вас с Василием здесь дружная семейная жизнь. Это кто тебе сказал? Какая разница, кто мне об этом сказал? Главное, я знаю, что так оно и есть. Поэтому я искренне желаю тебе счастливой семейной жизни. Зачем ты надо мной издеваешься, Эдик? Я не издеваюсь, Лариса. Я искренне говорю. Я искренне желаю тебе родить здорового, красивого ребеночка, который похож на тебя, и никогда не болеть. Родишь-то скоро? Не будет никакого ребенка. И счастливой жизни, семейной, тоже. Так что поздравлять меня не с чем. Здравствуй, Глеб. Здравствуй, Мила. Ну, что тебе от меня нужно на этот раз? Просто захотела увидеть тебя. А что? Не ври. Ты никогда не заходишь просто так. Может быть, ты хочешь узнать, не передумал ли я сообщать о вас с Дороховым?
Я тебе скажу. Если бы дело касалось только тебя, я бы, наверное, смолчал. Но Дорохов должен ответить за все. Ну, ты ведь понимаешь, что таким образом ты посадишь в тюрьму и меня? Я? А знаешь, Мил, в тюрьме к человеку приходят очень разумные мысли. Может быть, хотя бы там ты поймешь, что Дорохов тебя не любит, что он чудовище, что он толкает тебя на преступление, что ему на тебя наплевать. Как, собственно, тебе на меня. Смешно. Не так ли? Ты не можешь этого знать. Да. А кто же еще может это знать? Когда любишь человека, пытаешься спасти его, не втаптываешь его в грязь. Это сейчас обо мне сказал? Неважно. Когда сидишь на нарах, ты как бы отрезан от всего мира. От своих надежд, от своих желаний. И ты понимаешь, что ты в тупике. Мой тупик — это ты. Да, это ты, Мила. И теперь самое главное — понять, где и когда я неверно повернул. Я тебя поняла. А знаешь, Глеб, ты ведь так и не поумнел в тюрьме. Потому что, когда любишь кого-то, нельзя его предавать. Я не собираюсь предавать. Просто не смогу. Конечно. Ты будешь с Дороховым, пока он не предаст тебя, как он предал всех, кто ему верил. Подожди. А может быть, ты все-таки до сих пор думаешь, что он тебя любит? Мила, очнись. Если бы он тебя любил, он никогда не заставлял бы тебя участвовать в своих грязных аферах. Он любит деньги. Большие деньги. Такова его сущность. Подожди, что-то я не понимаю. Как это ребенка не будет? А вот так. Подожди, ну срок ведь уже был, и ты вот так хотела этого ребенка? Хотела, но не судьба. Ничего не понимаю. Ларис, что случилось? Васька пьяный толкнул. Скотина, а? А он не виноват. Случайно так вышло. Он ведь, знаешь, тоже со мной намучился. Видел же, что не люблю. Вот он как. Что получается, что причины, по которой мы с тобой расстались, больше нет? Ларис, да я бы сразу к тебе приехал, если бы я узнал только. Я прилетел бы просто к тебе сразу же. А зачем? У тебя своя жизнь. У меня своя. Что ты такое говоришь, а? Да у меня без тебя жизни нет. А я тоже не маленькая девочка. Кое-что понимаю. Вон Дашка звонила. Рассказывала, как ты там в Москве пил, гулял, по ресторанам ходил. А я что, я ничего, я не в обиде. Кто я такая? Вас ведь в Москве там полно шикарных женщин. Да плохо ты меня знаешь. Коль так говоришь, я другой совершенно. Я каждую секунду о тебе думаю, понимаешь? От того и пил, что не быть на месте никогда. Это правда, Эдик? Правда. А я тоже. Всегда, правда. Документы на Лубянку, будут разбираться. А с Дарьей Дмитриевной что? Ты сказал ей про Курбатова? Сказал, сказал.
И она тебе не поверила. Не, даже слушать не стала. Курбатов ей хорошо мозги промыл. Да, это он умеет. Ну да ладно. Нам теперь ничего другого не остается, только ждать, пока все разрешится. Время пошло. Нет. Ты что, Ларис? Нет. Нет, Эдик, нет. Не надо ворошить прошлое. Все, все, все. Все пусть будет так, как будет. О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Между нами никаких преград нет, Ларис. Прекрасно ты все понимаешь, Эдик. Я простая провинциальная учительница. Ты живешь в Москве. Уедешь, все забудешь, и опять будет все, как было. Я не могу больше страдать, правда. И так много боли было. Так что, знаешь, тебе лучше уехать. Уезжай, Эдик, уезжай. Зачем ты такая? Ну, ты прости меня, правда, но так лучше будет. Для тебя лучше? Нет, только скажи мне, для кого будет лучше, Ларис, для себя? Для всех. Володь, значит, ты считаешь, что Малашенко не виноват? Я в этом абсолютно уверен. Просто Андрюша кому-то очень сильно мешает. Его хотят вывести из игрового поля. Но это им не удастся. А ты знаешь, мы начнем свою игру. Для меня все это как-то очень сложно. Ну, ничего, ничего. Теперь-то мы все вместе. Вот. Не переживай. И начнем мы вот с чего. Для начала ты поедешь к Дорохову и скажешь, что Катюша приехала из Италии и убедила тебя в выгодности сотрудничества с итальянцами. И ты хочешь вложить в проект с итальянцами деньги. Ну, а что, если он ей не поверит? Поверит. Он ей поверит. Потому что там замешаны его денежки, я думаю, немало. Потом ты спросишь его, как тебе на совете директоров протолкнуть финансирование этого проекта. Пусть сам тебе подскажет. Слушай, я знаю, что я ему скажу? Что это Дубов против проекта, а я не могу ему до конца доверять, потому что у него еще нет опыта работы как зама. А Дорохов прекрасно знает, что Дубов против сотрудничества с итальянцами. Мне кажется, это будет поводом поверить. Молодец. Молодец, здорово. Еще скажешь, что ты могла бы опереться на Сатоцкую, но та в больнице. Поэтому ты пришла к нему, несмотря на ваши прежние разногласия. Молодец, я так не люблю врать. Хорошо. Тебе не кажется, что пора уже признаться самой себе, что он тебя не любит? Он просто использует тебя и подставит при первой же возможности. Неужели ты не понимаешь? Это неправда. Ха. Может быть, ты думаешь, что во мне говорит ревность? Нет. Мне просто жалко тебя. Он же очень опасный человек. Он уничтожит тебя при первой же возможности. Этот мерзавец должен ответить за все. Я не могу допустить, чтобы он оказался в тюрьме. Ну, конечно. Это же не я. Это мне было можно. Прости меня, Глеб.
Но ты сильный, а он там не выживет. Что ты говоришь? Да таких гадов живучих еще поискать надо. Как ты можешь так говорить? Он ведь твой учитель. Да какой учитель? Этого звания он недостоин. Мила, я прошу тебя. Я прошу тебя, подумай хорошенько. Расскажи им все, что ты знаешь. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Только ради тебя, Мила. Все еще ради тебя. Я даю вам неделю срока. Тебе и этому гаду. Ну что, сейчас в холдинг? Ага, по виду увольняться. Знаешь, что обидно? Служил верой и правдой, взяток не брал, а увольняют как последнего предателя. Ну ладно, пойду я, наверное. Че? Ты не переживай так. Надеюсь, в конторе во всем разберутся. Да разберутся-то разберутся, но, понимаешь, осадок остается. Осадок? Подумаешь, из какого-то холдинга уволили. Сейчас пойдешь, да устроишься в любое другое место. Вот когда меня из органов уволили, я вообще думал, что жизнь закончилась, потому что тоже работал не за деньги, а меня вышибли как продажного мерзавца. Ладно, Ян, разберемся. Давай. Почему ты так жесток? Ты же понимаешь, что мы не сможем с ним жить, вечно скрываясь. Я вообще не понимаю, как ты можешь с ним жить. Я видел глаза Бушковой, у которой погиб муж. Ты что, хочешь построить свое счастье на чужой беде? А Дубов? Я с ним говорил. Ты хотя бы немного представляешь, что он чувствует, думая, что к смерти Бушкова причастна его жена, которую он тоже, кстати, любит. Давай что-нибудь придумаем. Нет. Я больше против своей совести не пойду. Значит, ты меня больше не любишь? Игры кончились, Мила. Я тебе говорил. Теперь тебе нужно выбрать, на чьей ты стороне. И у тебя есть еще для этого время. Прощай, Глеб. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуй, Дашенька. Проходи. Значит, я тебе опять понадобился? Да, вы, как всегда, угадали. Я пришла с вами посоветоваться. Вы знаете, что я совершенно не разбираюсь в фармацевтике, и мне кажется, что этот контракт с итальянцами нам очень выгоден и интересен, и это серьезное предложение, которое нельзя упустить. Вы знаете, что после возвращения Сатоцкой на совете директоров мы отказались от сотрудничества. А сейчас приехала Катюша, она так воодушевлена. Она говорит, что замечательное руководство, фабрика замечательная. Я как-то засомневалась. Я не знаю, что мне делать. Может быть, Сатуцкая специально дала такой отчет? Хорошо, что ты приехала ко мне. Я тоже считаю, что сотрудничество с итальянцами нам необходимо. Это же реальный выход на европейский рынок. Замечательное вложение денег. Да вот еще и Дубов тоже против. Дубов ничего не понимает. Да и Лида тоже человек настроения. Ее мнению я бы не стал очень доверять. Ты правильно сделала, что Катеньке прислушалась.
Ведь это же ее будущее. Так сказать, семейный бизнес в развитии. Представляешь, какие горизонты откроются перед концерном? Ну, вот именно поэтому я и пришла к вам. Потому что вы второй по величине акционер. Вы ученый с мировым именем, у вас богатый опыт. Ты хочешь знать мое мнение? Угу. Оно таково. Я считаю, что сотрудничать с итальянцами выгодно для концерна и престижно. Если хочешь, я тебе могу во всем помогать. Так что совету директоров останется только сдаться и поднять руки. Это ты? Я же сказала, что не хочу тебя больше видеть. Ясно. А этого москвича, значит, видеть хочешь. А тебе какое дело? Я что, должна перед тобой отчитываться? Ты кто такой? Я-то? Я никто. Я так. А вот он. Да, цветочками приперся, пижон. Культурный. Ну, мое. Не твоего ума дело. Иди вон. Бутылку купи и пей. А в мою судьбу не лезь. Я сама со всем разберусь. Разберешься ты, как же. Да если хочешь знать, этот твой москвич возьмет и укатит свою Москву. И забудет о тебе, и останешься ты одна. И вот поглядим тогда, кому пойдешь. Не беспокойся, не к тебе. Ну, знаешь, там видно будет. Жизнь-то она штука длинная. Все растает по своим местам. Так что он тебе наговорил тут? Козел этот. Ну, не смей так о нем говорить. Все, хватит. Так, значит, ты ему все рассказал, да? И про ребеночка тоже. А что, я врать должна? Да, все рассказала. Все как есть. Ясно. Значит, решил теперь к нему ломануться. Думаешь, он тебя с собой в столицу возьмет? Дурак ты, Васька. И чего у меня с ним больше не будет? Никогда. Я все еще не могу поверить. Ты знаешь, я иногда гуляла по улицам, видел кого-то, мне казалось, что это ты. Ну, теперь я — это я, котенок. И теперь все будет хорошо, теперь мы вместе. Угу. Жалко только, что нет мамы, и мы не можем быть все вместе. Маму не вернуть. Так случилось. Но ведь мы будем ее всегда помнить. Правда? Только ты не уходи, пожалуйста, больше никуда. Нет, милая, я теперь никуда не уйду. Я обещаю тебе, крепко обещаю. А потом, знаешь, в народе есть такая примета. Если человека считали умершим, а он оказался живым, он будет жить долго-долго. Да и внуков я еще своих хочу понянчить. Обещаешь? Обещаю. Хорошо. Мне твоя помощь, я думаю, пригодится. Еще ты знаешь, когда все произошло, то Даша появилась в нашем доме. И первое время мне было очень трудно ее принять. И я была, наверное,
Ну, то есть не наверное, а точно. Очень высокомерно по отношению к ней и не права по многим вопросам. Тебе разное будут рассказывать, и просто знаю, что сейчас я отношусь к ней совершенно по-другому. Я знаю, милая, я знаю. Просто тебе было очень одиноко. А Дашка, она ведь все понимала. И еще я знаю одно. У меня самая замечательная дочь в мире. О! Здорово, Андрей. Здорово, Глеб. Рад, что тебя освободили. Да, это... Да. Ну, а твои-то как дела? Да никак. А, вот зашел попрощаться. Я свои дела уже сдал. Меня же уволили. Вернее, подставили. Да, и тебя. И ты так спокойно об этом говоришь, ты что, сдался? Ну, а что ты предлагаешь мне делать? Как что? Надо доказать, что ты невиновен. И найти, кстати, тех, кто тебя подставил. Глеб, не волнуйся. Этих-то я как раз найду. Я уже этим занимаюсь. Погоди, погоди. Ларис, так это... Это правда? Ты его выгнала, Седыха этого? Ну, ну это же совсем другое дело. Да, ты знаешь, он все равно не стал с тобой жить бы. Ну, так, погулять, помотор... А вот я со всей душой к тебе. А ты здесь при чем? Ты что, решил, что после всего, что было, я с тобой останусь? Нет, что ты. Бросьте. Я одна буду жить. Как это? Одна? Ларис, мы с тобой всегда, всегда вместе. И ребеночек у нас был. Вот именно был. А теперь нет. Ларис, ну зачем ты так? Ну, не надо. Так на душе паршиво. А у меня-то как хорошо, Вась. Ой, господи, на что, Вась, уходи. Больше все это не имеет смысла. Конечно, ты был прав, пап. Я была самонадеянная, избалованная, испорченная девчонка. Я видела запись, которую ты оставил, где ты говорила обо мне. Я правда тебя разочаровывала? Ну что ты, милая, не говори глупости. Конечно же, нет. Ты самая желанная, самая, самая любимая дочь в мире. Знаешь почему? Потому что ты моя дочь. А ошибки? Главное сделать правильные выводы. Я думаю, что как раз это я сейчас и делаю. Ну вот и умница. Я ведь тоже ошибался. И расплата достаточно тяжелая за эти ошибки. Но, черт возьми, в одном я не ошибся. Это в Дашке. Она нашей муратовской породы. Умница. Я представляю, сколько ей здесь пришлось вынести всего. Молодец. Ты знаешь, Катюша, мне кажется, в этой жизни надо поступать, как сердце велит, как оно подсказывает. И в отношении с людьми, и во всем, и во всем.
Опять-таки ты оказался совершенно прав, оставив именно Дашу моим опекуном. Все-таки она помогла мне сделать гораздо меньше ошибок. Иначе бы бед было бы больше. Ну, я уже много чего нарыл. Со временем разберемся. Я рад. Теперь я в этом уверен. А знаешь, я уже начал думать, может, ты не такой, каким я тебя считал. Ну что, стал по-другому смотреть на жизнь после тюрьмы? Да не то чтобы. Да жизнь досталась, какая была. Я немного изменился. Слушай, Глеб, у меня к тебе вопрос. Я уверен, что яд изобрел Дорохов. Но как он попал в пирожное? Возможно, он дал его Сотоцкой. И та добавила ее в пирожное Миле. Знаешь, я не знаю. Пускай и следствие разбирается. В конце концов, факты у них все есть. Здесь что-то не то. Что-то не то. Знаешь, Сотоцкая слишком умна, чтобы пойти на убийство. Понимаешь, разыграть спектакль, да, она это может. А вот что-то всерьез, для этого нужен какой-то другой персонаж. Вот только кто? Ой. Так. Спасибо. Ну, давай, рассказывай, как прошла встреча на высшем уровне? Встреча прошла замечательно. Дорохов счастлив, доволен. Он убеждал меня, как это выгодно сотрудничать нам с итальянцами. Значит, мы попали в десяточку. Да, он, кстати, там над чем-то работал, и когда я пришла, он быстренько все это перевернул. Ты говоришь, он быстро согласился, да? Да, согласился очень быстро. И он обещал подготовить все обоснования, чтобы уломать совет директоров. Ай да, Юрий Васильевич, ай да молодца. Алло. Здравствуйте, Оскар. Дарья Дмитриевна, здравствуйте. Я так рад, что вы передумали насчет нашего сотрудничества и что Катенька возвращается. Я так переживал за нее. Ну что вы, не стоит волноваться и переживать. Вы же прекрасно понимаете, что для концерна очень важно и выгодно сотрудничество с вами, потому что перед нами открываются новые перспективы, европейские рынки. А что касается Катюши, я справедливо вижу, как она выходит замуж за вашего сына. Я хочу, чтобы Катя была счастлива, и она так расхваливала вашу семью. Так оно и будет, поверьте мне. Ну, всего вам хорошего, Дарья Дмитриевна. Да, Оскар, и вам всего хорошего. Я горжусь тобой. Нет, ну Юрий Васильевич-то уже и в Италию позвонил. Тебе повезло, Марко. Жизнь налаживается. Эта Катя влюблена в тебя, как кошка. Приехала в Москву и передумала с тобой расставаться. Она опять возвращается к нам, причем с концерном в руках. Эй, ты что, не рад этому? Не рад. Марко, только попробуй мне устроить хоть один фокус с Катей. Я вышвырну тебя на улицу. А без денег ты не будешь нужен ни одной из своих девиц. Ну, теперь, я думаю, Дашенька и ты убедилась, что Дорохов напрямую связан с итальянцами. Да, теперь это очевидно. Так, вот что я тебя попрошу сделать. Вызови срочно Малашенко. Володь, мне так стыдно перед ним, что я его уволила. Теперь я понимаю свою ошибку. Не кори себя. Все ты сделала правильно. А потом, это даже хорошо, что Малашенко официально уволен. Это нам на руку. Пап, ты такой умный. Про
просто у меня есть для кого стараться. Но по какому поводу у тебя такая кислая мина? А с чего мне веселиться? Ты знаешь, что Катя собирается обратно приезжать? Меня эта новость просто добила. Она что, не поняла, что я ее не люблю? Даже гордости у нее нет. Ведь знает, что я люблю другую. Вообще-то это очень странно, и на Катю очень не похоже. Она очень гордый человек. Значит, ты ее плохо знаешь. Я не хочу жить с человеком, которого я не люблю. Я хочу жить так, как хочу я. Раньше отец меня деньгами сдерживал, а теперь мне на них наплевать. Если она здесь появится, я тут же заберу Монику и уеду отсюда. За последнее время я столько глупостей наделала, что сейчас даже не знаю, как из всего этого выпутаться. Катюша, милая, мне кажется, из каждой ситуации можно выпутаться, и все можно исправить. Можно, когда ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как. Ну, давай подумаем вместе. А для начала расскажи-ка мне, пожалуйста, как тебя угораздило уехать так далеко из дому? Ну как? Так. Ты же помнишь, как я всегда мечтала там пожить? Помню. Я понимаю тебя, Катюша. Тебя окружили вниманием. Ну да. А сейчас, когда у Вани такая тяжелая ситуация, я не знаю, как к нему прийти и что мне ему сказать. Мне кажется, надо просто прийти к нему не как к своему парню, а как к другу, как к товарищу. Поговорить с ним, и я думаю, он все поймет. Не знаю. Да ладно, Глеб, разберемся. Хорошо. Извини. Алло. Да, Дарья Дмитриевна, я вас слушаю. Приехать к вам? А зачем? Что-то серьезное? Ну, хорошо, я приеду к вам. До свидания. Слушай, Глеб, я поеду. Угу. Скажи, а что это такое? Ты не знаешь, сейчас прислали. Давай посмотрим. Бери руки. Немедленно отсюда. Бомба.